Әріптестер, қайырлы күн, орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Кезекті үкімет отырысының қорытындысы бойынша брифингті бастаймыз. Коллеги, добрый день. Начинаем брифинг по итогам сегодняшнего заседания правительства. Спикерлерді таныстырып өтейін. Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов және Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек аздаған уақыттан кейін денсаулық сақтау министрі қосылатын болады. Әріптестер, сауалдарға кезек бермес бұрын естеріңізге сала кетейін. Бізде брифинг уақыты шектеулі 1 сағат 15 минут. Екі сұрақтан асырмауларыңыз сұраймын. Коллеги, напоминаю, время брифинга у нас ограничено, 1 час 15 минут. Чтобы все успели задать свои вопросы, просьба соблюдать регламент и задавать не более 2 вопросов. Дамир Шайдаров, Хабар телеарнасы, сұраңыз. Армысыздар, мен сұрағым Ақмола облысының әкіміне. Марат Мұратұлы, мынау Астана айналасындағы елді мекендер былтыр алдыңғы жылы газдың құбыры кіріп бастап, содан кейін тоқтап қалды. Халық кәдімгідей қуанып еді. Газ кіретін болды біздің ауылдарымызға, үйлерімізге деп. Осы жұмыс қашан қайта жанданады және қашан толық газ кіреді осы елді мекендерге? Екінші сұрақ, Астана қаласының маңайында жедел жәрдем жетіспеушілігі бар. Қосшыда, тағы да үлкен елді мекендерде. Бұл мәселені қашан шешесіздер? Бұл да бір өзекті мәселелердің бірі. Газ сол жоспар бойынша биылдан бастап, биыл 2 ауылды мекен бізді жоспарда тұр. 27-ші жылға дейін осы жоспар бойынша газдандыру, жаңағы агломерация 46 ауылды мекен бәрі қарастырылған. Енді оның тізбесі бар. Нақты керек болса мен сізге сосын берейін. Өйткені биыл Аққайы мен Шұбар газдандырылады. Сосын жұмыстары басталатын тағы да 25-ші жылы Қосшы қаласы. Солай өзінің жаңағы тізбесі бар. График бойынша ол жұмыстар атқарылады. Енді оны қазір қарап отырмыз, өйткені оның бәрі бізге тиесілі емес, енді газдың көлеміне қарасты. Сондықтан ал негізі біздің қазіргі ең басты міндетіміз сол құбырды, сол магистральді дайындау, ол жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа сіздің сұрағыңыз өте орынды, жаңағы жедел медициналық көмектер бойынша. Бұл сұрақты осы кешенді жоспарда бүгінгі үкімет отырысында қарастырылды. Өйткені жаңағы тек қана Қосшы қаласының проблемасы емес, ол басқа да ірі ауылды мекендер бар. Бізде сол жоспарға енгізіліп отыр. Осы өздеріңіз білесіздер, бүгінгі ресми мәліметке келетін болсақ, 10 мың адамға бір жедел медицинасы көмек көрсету бригадасы болу керек. Бірақ та енді мына Қосшы қаласында бүгінгі таңда 3 бригада жұмыс істейді. Нақты бізге 10 бригада керек. Мынау көлік бойынша осы наурыз айында біз жаңағындай жедел машиналарды лизинг бойынша тапсырыс бердік. Ол әзірленіп жатыр. Ол келеді. Осы наурыз айында 50 машина сосын ары қарай жалғастырамыз. Осы кешенді жоспарда осы мәселелер қаралып отыр. Жаңағындай өрт сөндіру деполары, жедел медицина көмек көрсететін орталықтарды қаржыландыру мәселесі қарастырылды. Бүгін үкімет отырысында қаулымен бекітілді. Қосшыдағы скорый мәселесі қашан шешіледі сонымен? Қай жылы? Биыл шешеміз. Өйткені мен жаңа айтып кетейін, Қосшы мәселесінде биыл үлкен бір кешенді жоспар бар. Ол жерде жаңағы аурухана салынады. 350 орындық және жеке Виамедис компаниясы 15 миллиард құны бар жеке инвестиция, емхана, жаңағы жедел скорый помощь, ол жерде де біз жоспарда бар. Мен оның басында өзім болдым, көрдім. Енді қазір соларға осы қалаға лайықты бір орталық саламыз. Рахмет. Рахмет, Дамир. Жанар Сердалина, Бойснюс, пожалуйста. Здравствуйте. Марат Муратович, можно вам сначала вопрос? Вы в своем докладе отметили стремительный рост на численности населения пригородных поселков близ Астаны, да? Рост идет кратный просто. Вы располагаете сейчас цифрами, сколько в целом людей стоит в очереди за земельными участками? В Талапкере, в Жбекжиле, в Кошах. Если есть у вас вот эта подробная статистика, было бы очень хорошо. Спасибо, Жанар, за вопрос. Ну, давайте подробно. Я, конечно, по каждому населенному пункту вам и не могу дать. Если будет, я официально потом на запрос ответим. Но действительно, рост большой. Вот мы сегодня, я в своем докладе упомянул, что
на 72% идет рост населения в зоне агломерации. На самом деле эти цифры еще больше. К примеру, я приводил в своем докладе, сегодня, если в самом городе Кошче у нас зарегистрировано официально 52 тысячи горожан, на де-факто проживает 112 тысяч. Поэтому сегодня эти вопросы как раз мы и подняли на уровне правительства, потому что вы знаете, что мы планируем одни мероприятия на определенное количество населения, но потом она не может иметь свое завершение, потому что необходимо, например, эти ветки теплоснабжения, электроснабжения дальше продолжить, а это требует корректировки. А вы знаете, согласно бюджетного кодекса, вся корректировка, которая начата с республиканского бюджета, потом падает на плечи местного бюджета, это очень большая непосильная ноша. И сегодня как раз вот внесено предложение, что эти, которые с республиканского бюджета начнутся дальнейшая корректировка этих проектов, ну, чтобы дальше продолжили. Вот эти такие предложения внесены, то да, динамично растет область, надо это отметить, в том числе и жители прибавляются с каждым днем, жители Астанинской агломерации. Спасибо. Женис Махмудович, можно к вам? Позвольте сначала с уточняющего вопроса. Вы отметили, что будут создаваться транспортно-пересадочные узлы. Если можно, в двух-трех словах, что это такое и когда начнется? Добрый день. Ну, это обычная практика в крупных городах. Предполагается, что по пяти направлениям, основным это вот Кукштау, Павлодар, направление Караганды. По основным пяти направлениям на Коше будут создаваться логистические центры, до которых будут доходить крупные автобусные маршруты, или люди могут оттуда доезжать на своих, на легковом транспорте и потом пересаживаться, например, если они едут в центр или в те места, где сложно найти парковку или дорогая парковка, пересаживаться на общественный транспорт. Во всем мире вокруг крупных городов существуют такие центры, мы ничего нового не придумываем, просто эта практика будет использоваться в Астане. Хорошо. И еще один вопрос. Численность населения Астаны, она тоже прогрессирует со знаком «плюс», становится больше детей. Тут и демография, да, и миграция внутренняя и так далее. Школ не хватает. Вот Астанчане очень обеспокоены. Скажите, пожалуйста, как будет решаться этот вопрос, как будет решаться борьба, проблема дефицита ученических мест? Официальные цифры вам сейчас озвучу. Вот на январь месяц статистика была следующая, что в городе проживало на январь месяц 1 430 000 человек. У нас последние 3-4 года ежегодный 5% рост населения. В первую очередь за счет рождаемости, это естественный прирост. Прошлый год статистика дает 35 тысяч детей родилось в Астане. С учетом естественной убыли порядка 30 тысяч за счет естественного прироста. И плюс порядка 30 тысяч людей переезжает в столицу из других регионов. Итого в среднем 50-60 тысяч, года два назад до 70 доходило. Это очень высокие темпы роста. Естественно, большая нагрузка идет и на инженерную, и на социальную инфраструктуру. В первую очередь, это именно сегодня я в выступлении тоже говорил, медицинская и образовательная инфраструктура. В прошлом году мы построили 12 школ. Это рекордное количество. В этом году мы планируем сдать минимум 24. То есть, во-первых, комфортные школы, 24 строятся, плюс 17 частных школ, плюс, это на ближайшие 2-3 года. Плюс за счет местного бюджета мы планируем также порядка 10 школ в ближайшие 2 года дать. И вообще мы планируем в 3-4-летний период порядка 80 новых школ в Астане завершить и сдать в эксплуатацию. Из них порядка 24 до 30 школ в этом году. Это мы практически закроем все проблемы, связанные с трехсменными школами. У нас сегодня по статистике нехватка ученических мест более 20 тысяч до 25, это порядка 8 трехсменных школ. В прошлом году за счет строительства 12 школ мы частично эту проблему решили, но вот еще раз я это говорил как-то журналистам, если, например, количество выпускников
школ в прошлом году составляло около 10 тысяч, то в первый класс пошли 25, то есть 15 тысяч новых учеников. Сегодня у нас порядка 260 школьников вообще в Астане. В ближайшие 7 лет их станет почти 350-360. Поэтому вот эти 80 школ, они кардинально меняют ситуацию. И вообще в этом году уже кардинально ситуация по школам решается. То же самое, вот, воспользуясь вашим вопросом, по детским садам. У нас около 30 тысяч детей стоят в очередях. В очередях от 1 до 3 лет, потом садики от 3 до 6 лет. В этом году мы впервые с 2017 года начинаем программу по строительству государственных садиков. Сегодня большое количество частных садов и дошкольных образовательных центров в городе ежегодно сдается в эксплуатацию, но люди просят государственные сады, где стоимость оплаты, ну, бесплатные сады. В этом году мы 10 должны до конца года реализовать. Заходим по разным схемам, государственное и частное партнерство, где-то за счет бюджетных инвестиций, но мы планируем 60 государственных детских садов построить в ближайшие 3 года. И плюс у нас в городе функционировало в прошлом году только 2 дворца школьника. Вы знаете, один на Бугимбае, другой на старый дворец школьника возле Кенесара. В прошлом году частный инвестор построил Натурана Сана. В ближайший месяц открывается по Хаджимкану новый вот дворец школьников. 4 дворца школьника начинаем строить до конца этого года. А большие, вообще в ближайшие 3 года будет построено еще 14 дворцов школьников. Причем они пойдут по таким районам, как Коктал, Лесозавод, Кирпичная, Пригородная, Уркер и так далее. Спасибо. Рахмет Жанар. Азамат Сыздықбаев, Казинформ, пожалуйста. Здравствуйте, Жанар Махмудович, у меня вопрос к вам. Приближается весна, да, а с ним это ежегодная проблема подтоплений, с которой не могли справиться ваши предшественники, да? А вот, у меня вопрос такой, готовы ли к подтоплениям, да, какая работа ведется в данном направлении и ожидать ли астанчанам в этом году ежегодного плавания, так сказать? Так, наверное, нельзя категорично говорить, что предыдущие годы ситуация была там плачевная. В целом мы ожидаем. В этом году, вы сами видели, зимой количество и объем снега был гораздо больше, чем в прошлом году. Это официальные данные. Я вчера проводил встречу с жителями Сорокинского района. Там ваши коллеги тоже присутствовали, этот вопрос задавали. Если мы в прошлом году 4,5 миллиона кубов снега вывезли за всю зиму, включая последний снегопад апрельский, да, в прошлом году, то мы в этом году уже эту планку перешли. То есть снега гораздо больше, чем в прошлом году. Понимаем, что этот снег будет активно таять. Буквально через, мы ожидаем, 1,5-2 недели это начнется. Поэтому занимаемся активно вывозом снега. Активно заходим в частный сектор. Понимаем, что не все люди сами могут это сделать. Заходим с волонтерами вплоть до во дворы, например, пенсионеров и так далее. А готовность, считаю, что высокая. Мы работаем активно в этом плане и с областью. Буквально 2 недели назад мы проводили учения вместе с МЧС и Акмолинской областью по, например, возможному подтоплению некоторых населенных пунктов, которые находятся прямо на границе города и областью. В частности, в районе Жбек-Жола. У нас есть проблемный участок, например, между рекой Нура и Ишим расположен Уркер и поселок вот в Акмолинской области. По всем серьезным проблемным участкам, которые ежегодно имеют исторические свои проблемы, мы работаем и считаем, что определенная, ну, достаточно высокая готовность есть, но усиляемся. Понимаем, что погода иногда непредсказуемая. Если будет, например, активная таяние, днем и ночью будет плюсовая температура, конечно, это аномальные некоторые вещи, но мы готовимся к любой ситуации. То есть все-таки ждать, да, подтопления в самом городе? Какова ситуация? Я вам говорю, так говорить нельзя, будет подтопление или нет. Мы готовимся к любой ситуации максимально. А можно узнать, кто будет, какая компания будет заниматься ливневками, уже известно, и сколько средств заложено на это дело? Один раз это неправильно проскочило где-то в сетях, что якобы какая-то компания выиграла какой-то конкурс по ливневкам. У нас нет такой компании. У нас есть государственное, казенное, не казенное, а вот коммунальное предприятие. Оно называется «Экосистем». Эта компания называется. Она, только она занимается вопросами ливневок. Это государственная компания.
А сколько средств можно знать заложено на этот год? Я вам точную цифру сейчас не скажу. Официально, хотите, до вечера вам официально скажу. Но это не связано вот с паводками. Она занимается в целом ливневой канализацией. Спасибо. Рахмет. Спасибо. Даулет Истрелев, Казахпарат. Қайырлы күн. Мен сұрағым Марат Мұратұлына. Өткен жылдан бастап бізде әр өңірлердегі президент резиденциялары халықтың пайдалануына беріліп жатыр. Мысалы, балалар үйіне немесе басқа да шармашылықтар орталықтарға. Осы орайда Ақмола облысындағы резиденция берілу жоспарда бар ма Көкшетаудағы? Және қашан беріледі, қандай мақсатта беріледі, айтып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Ол біріншіден ол резиденция емес. Енді оны жалпы осылай аталып кеткен ғой. Әрине, ол енді біздің тіркеуде тұрған ғимарат. Ол ғимаратты біз қазір балаларға білім басқармасына бердік. Енді сол жерде біз орталық Ақмола облыстық шахмат үйін жоспарлап отырмыз. Қазіргі осы сол мәселе жөндеу жұмыстары қарастырылып отыр. Сол жерге шахматқа ыңғайлы болсын деп енді жаңағы біздің ғимаратты сол балансқа ауыстырып, білім басқарма балансына ары қарай соны біз орталық шахмат үйі жасап отырмыз. Биыл беріле ма жоспар бойынша? Жоспар бойынша беріледі, ол берілді. Енді қазір соның ішінде тиісті жұмыстар жасау, жаңағы шахмат ойнауға жайлы болсын деп. Екінші сұрағым, көктем келе жатыр, су тасқыны маусым басталады. Осы орайда Ақмола облысында аудандарда бізде кейбір қауіпті аудандар бар. Су тасқыны қаупі бар, қандай аудандар бар, және жалпы су тасқынына қарсы күрес жұмыстар, алдын алу жұмыстар қалай жүріп жатыр? Рахмет сұрағыңызға. Жаңа менің әріптесім Жеңіс Махмудұлы осы мәселе бойынша айтып кетті. Бізде де ең басты енді қолымыздан келетін ол қарды шығару. Сол жаңағындай мына өзендердің руслас дейм соны тазартып, су ары қарай су өтетіндей. Ал енді бізде мына мысалы осы екі апта бұрын біз көшпелі осындай отырыс өткіздік Жібек жолы ауылында. Өйткені енді ол ең бір қауіпті біздің аймақ деп есептейміз. Сол жерде енді жаңағы Астана қаласының әкімі Жеңіс Махмудұлы қатысты, екі біздің тиесілі министрлер, төтенше жағдай министрі және су ирригация ресурстары министрі. Өйткені Жеңіс Махмудұлы мен Қазводқоз әрине ол су тапшылығы бар, сол су қоймада мына Вячеслав водохранилищінде су көбірек жиналсын деп жоспарлайды. Ал бізге ол су көп жиналып қалса, егер тасқын болатын болса, асып кететін болса, ол біздің ауылды мекендерге тасқын болып су басып кетеді. Сондықтан сол жерде біз жан жақты қарап, ғылыми зерттеу мәселелерін қарастырып, бұрынғы осындай төтенше жағдайларды қарастырып, мысалы 17-ші жылы су тасқыны болған, сол жерде Жібек жолдағы ауылды мекендерді басып кеткен. Қазір сол басқан жерлерде бір шағын аудандар тұр, мысалы жеке үйлер салынған. Сондықтан біз жоспар бойынша су көлемі қанша келеді бұл су қоймаға, қардың қалыңдығы қандай, жердің тозығы қандай, және біз енді бұрынғы ескі нелерді қарағанда 350 кубметр минутына өтетін болса, ол біздің ауылды мекенді басып кетеді. Сондықтан біз норматив 150-ден асырмайтындай біріккен бір іс-шаралар қолданып отырмыз. Сондықтан инерттік материалдар дайындап бәрін. Енді ол ондай төтенше жағдай сұранып келмейді ғой, айтып келмейді ғой. Сондықтан әрине біз жан жақты дайындалып отырмыз. Рахмет, Даулет. Оксана Даирова, закон кезет, пожалуйста. Да, здравствуйте. У меня два вопроса. Один из них акиму Акмолинской области. У меня вопрос, как решается вопрос водообеспечения и Гандикольской, и Гургажинских районах? Спасибо за вопрос. Да, это вопрос, это Нуринская группа вода. Этот вопрос сейчас, значит, там идет реконструкция 69 километров трубопровода. На сегодня
прокопано 65 километров, проложено 55 километров трубопровода. В этом году с правительственного резерва выделено 1 миллиард 800 миллионов тенге. И, в принципе, зона ответственности Министерства водного хозяйства, они строят. Но мы, так как это на нашей территории, мы обеспечиваем тоже свой контроль. Ну, думаем, что в этом году мы запустим, и жители Игиндекольского, Коргалжинского и частично Атбасарского района будут оснащены постоянной водой. Там есть второй этап, это увеличение объема подачи воды в Сабындыколь. Мы там тоже, это второй проект. Поэтому я думаю, что в этом году, к лету, мы, наверное, обеспечим стабильную подачу воды эти населенные пункты. Спасибо. А можно вот вопрос с продолжением, каким у Астаны? Хотелось бы уточнить, вот раньше очень много говорилось о том, что присоединят Коши к Астане, ну, чтобы вот эти вот проблемы решить вот это, с этой миграцией. И сейчас вот у меня вопрос, вообще рассматривается ли возможность, и есть ли какие-то планы присоединить пригородные какие-то поселки к Астане? Если да, то какие именно? Буквально в январе месяце был утвержден генеральный план развития города до 35 года. Я могу вам конкретные какие-то официальные заявления делать в рамках вот тех документов, которые утверждены. В рамках этого документа присоединение Коши к городу Астане не предполагается в этот период. А какие предполагаются? Вообще мы не предполагаем, что ближайшие вот населенные пункты будут присоединяться к городу. Мы понимаем, что есть уже, конечно, фактически населенные пункты, которые в черте, например, Илинка и Уркер, да, это один поселок, который посередине разделяет дорога, и дети с Илинки учатся в Уркере. Мы сейчас в Уркере две школы строим, потому что понимаем, что с Илинки там более 30 тысяч человек живет ежедневно, это один поселок на самом деле. Возможно, со временем такой вопрос станет. Но пока официально таких документов нет. Мы понимаем, что в перспективе эти вопросы все возникнут все равно. И можно короткий буквально вопрос министру здравоохранения. Вот вы до этого заявляли, что не потеряете из зоны видимости министра здравоохранения, ну, экс-министра здравоохранения Жаргенет. Скажите, пожалуйста, вы нашли ей уже должность? И если да, то куда вы хотите ее назначить? Спасибо большое за беспокойство. Ажаргинят сейчас отдыхает, и, в принципе, по мере того, как она будет готова приступить к работе, я думаю, в системе здравоохранения мы ее опыт должны применить. А на какую позицию вообще вы ее рассматриваете? Ну, все, в принципе, организации у нас государственные предприятия, поэтому на конкурсной основе будет, и сейчас говорить о какой-то конкретной организации сложно. Рахмет, спасибо. Гульназия Жалғасқызы, Еуразия бірінші арнасы. Женіс Махмудұлы. Сұрағым сізге арналады. Бізде Астанада әлі күнге дейін құрылысы аяқсыз қалған тұрғын үйлер бар. Сақалды құрылыстар деп айтамыз. Енді сол мәселе нақты қашан шешімін табады, және де біздің осы сан соғып жүрген тұрғындар үйлеріне қашан кіреді, соған сіз жауап берсеңіз. Жалпы мына бірінші толқын емес қой, мына екінші, үшінші толқын. Былтыр жылдың басында осындай 16 комплекс, оның ішінде 30-дан астам үйлер болатын. Және ресми түрде 4000-ден астам үлескерлер. Қазіргі күні жылдың басында 540 үлескерлер қалған. 3500 адамға отбасына кілттер қолына ұстатылған өткен жылы. Енді жылдың басында қосымша тағда 200 отбасыға кілт берілді. Бұл мәселені жалпымына ресми түрде тіркелген Елорда құрылыс компаниясы арқылы құрылысты жалғасын тапқан үйлер бойынша проблема осы жылдың ортасына дейін толығымен бітеді. Былтыр ресми түрде тіркелген 4000 үлескерлер отбасылар, бұл олардың проблемалары биыл мына шілде айына дейін толығымен бітеді деп жоспарлап отырмыз. Бірақ өздеріңіз көріп отырсыздар, мына нарық өзгеріп жатыр, әртүрлі жағдайларына құрылыс саласында туындап жатыр, сондықтан жаңа осындай үйлер пайда болып жатыр.
бірақ ары қарай бұл мемлекеттің шешімі, ары қарай бюджеттен қаражат осындай үйлердің құрылыстарын жалғастыру үшін қаражат бөлінбейтін болады. Басқа жолдарын іздеп, қазір жаңадан пайда болған осындай проблемалық үйлескерлердің үйлері бойынша жұмысты атқарып отырмыз. Қазір біз осында 20-25 үйді көріп отырмыз. Оларға донор ретінде инвестор компанияларды тауып отырмыз. Жалпы шешілмейтін проблема жоқ, оларда шешілетін болады. Рахмет, жауабыңызға. Рахмет, Гүлназия. Жадыражыл Мухамедова, закон кезет, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос к министру здравоохранения. Так, сейчас, сори. Подскажите, пожалуйста, люди с регионов спрашивают, где нет больниц, спрашивают, будет ли в этом году медицинский поезд. Каждый раз, каждый год у него разный маршрут, и не все жители станции получают помощь. Люди говорят, что очень ждут этот поезд, потому что у них нет другой возможности для того, чтобы получить медпомощь. Спасибо большое за вопрос. Да, в этом году работу этот поезд начнет вовремя, как каждый год, 1 апреля. Соответствующая договоренность есть, бюджет за это заложен на это. Сейчас формируются графики, кто будет из специалистов в этих поездах. Поэтому, в принципе, все в плановом порядке. Можно еще уточнение? Нет ли мысли сделать этот поезд круглогодичным? Потому что сейчас, получается, он начинает работу в апреле, заканчивает в сентябре. Выходит, что люди, которые живут в селах, где нет больниц, могут получить медпомощь только в этот промежуток времени, а не круглый год. Да, поезд в силу погодных условий в целом работает в течение 8 месяцев из 12. Но мы предложение учтем, еще раз рассмотрим. Ну, что-то планируется помимо поезда, может быть, строить больницы там? Да, сегодня как раз на заседании правительства мы доложили о ходе реализации национального проекта по модернизации сельского здравоохранения, в рамках которого предусмотрено строительство 655 объектов на селе. Это фельдшерские пункты, медицинские пункты и врачебные амбулатории. На втором этапе будет реализовано уже в течение этого года, эта работа началась, 32 районные центральные больницы, которые являются узловыми, и мы им даем статус межрайонных, выделены соответствующие средства. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. И для того, чтобы максимально приблизить специализированную медицинскую помощь населению, в них будут установлены также крупное оборудование в виде КТ, МРТ. Будут, возможно, в некоторых из них расположены ангиографические установки. Поэтому в целом это делается для жителей села, для того, чтобы максимально приблизить им специализированную помощь. И второй вопрос у меня к Марату Муратовичу. Недавно стало известно о задержании зама Кима Зериндинского района, кажется, в нетрезвом виде за рулем. Вот скажите, какие-то дисциплинарные меры со стороны руководства будут приниматься? И как вы считаете, вообще место ли таким людям в госслужбе? Спасибо за вопрос. Да, данный гражданин сейчас отбывает свой административный арест. По выходу будет заседание комиссии по решению вопроса о его дальнейшем пребывании на государственной службе. Я сам лично не приветствую, и я рад, что та система, которая была внедрена в Министерство внутренних дел, сейчас уже определяет нетрезвых водителей. На сегодня вы знаете, что они представляют угрозу для жизни и здоровья наших граждан. Поэтому я к таким вещам буду очень строго относиться. Я думаю, не место им на государственной службе. То есть будет вопрос ставиться о его увольнении, да? Спасибо. Рахмет сауалдарыңызға. Мадина Жатқанбаева, Хахмедия. Денсаулық сақтау министріне. Әлізара қам, сізге сұрағым. 2023-2025 жылдары Шалғай ауылдарда 655 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысандары жобасы өзгерістер жылда енгізіліп жатқаны қазір белгілі отыр. Осы жобаға отандық кәсіпкерлерін ұсынып отырған фельдшерлік рюкзакты осы жобаға болашақта қарастырылмай, сметалық құжаттар жылда осы 655 жаңа алғашқы медициналыққа байланысты жылда өзгертіліп жатыр. Енді осыған керекті фельдшерлік рюкзакты осы жобаға
қосса мүмкіндік бар ма қосуға негізі? Қазіргі анау әр облыстардан Қазақстан халқына, мысалыға айтсақ, Ақмол облысы, басқа облыстан осы фельдшерлік рюкзактың қажетті екеніні туралы өздерінің хаттарын Қазақстан халқына қорына жолдап отыр. А сіздерден жаңағы керекті бір ғана бір жапырақ қағаз ғана, жаңа рұқсаттама қағазы соны ала алмай отыр. Егер де оны сіздерден берсеңіздер, жаңа біздің отандық кәсіпкерлерге, бұл жердегі ауылдарға жаңа фельдшерлік рюкзакты алуға Қазақстан халқы қоры өздері қаражатын бермекші болып отыр. Осыған не кедергі негізі болашақта ауылдың медицинасы дамый ма дегенге? Түсінікті сұрағыңыз. Енді жаңа айтып кеткен 655 нысанға тиісті құрылыс құжаттамалары әзірленгенде негізі эталондық проекттер әзірленді. Бүкіл Қазақстан енді былай 5 өңірге бөлінетін болса, енді орталық, солтүстік, оңтүстік дегендей әрқайсы өзінің табиғи ерекшеліктеріне сәйкес 5 эталондық проект жасалынды. Және де сол 5 региондарға жаңа айтылып кеткен фельдшерлік пункт, медпунктің екі түрі халық санына байланысты амбулаториялық типтік түрде алдағы уақытта оны біз пайдалана беретіндей қылып осындай типовой проект жасалынды. Бұл енді жұмыс үшін өте дұрыс нәрсе деп айтуға болады. Екінші мәселе сол айтылып жатқан нысандарда негізі телемедицина кабинеттері қарастырылған. Алдағы уақытта енді осы ауылдық жердегі дәрігеріміз немесе фельдшеріміз ауданның орталығына немесе облыстың орталығына шығатындай телемедицина мүмкіншіліктерін біз қазір қарастырудамыз осы жоба аясында. Және де өзіңіз айтып кеткен тасымалдауға фельдшерлік рюкзактың несімен мен кездестім, сөйлестім. Негізі бүгінгі күні оның тиімділігін әрине біз көріп отырмыз, бірақ әр азаматқа бірнеше обследование жасалынса, ол жасалын жатқан зерттеулер бүгінгі таңда басқа пакеттерде де отыр. Сондықтан біз бір адамға 2-3 жерден көрсетілмей, барлығын заңдастыру мәселесін қарастыруымыз керек бүгінгі күні. Сондықтан оны қазір алмай керек емес деп жатқан ешкім жоқ, негізі керек, бірақ бұның барлығын біз зерттеп отырмыз жасап, зерттеп жасауымыз керек. Себебі енді ол да тиімсіз қаражат пайдалануына алып келмеу керек түбі. Сондықтан мәселе бүгінгі таңда зерттеліп жатыр. Жақсы. Осы автобустың бәрі қазір мынау облыс өңірлеріне сатып алынды ғой бірнеше. Енді қазіргі уақытта сол автобустар жарамсыз қалыпта тұр, қардың астында жатыр. Осыны сіздер қалай қадағалайсыздар? Осы жобаға қанша миллиондаған қаражат кетті, мысалы? Дұрыс айтасыз. Негізі барлық облыстарға бөлініп берген. Бүгінгі күні Қазақстан бойынша 50 осындай передвижной комплекстер бар. Олар жаңа көктемнен бастап өзінің жұмысын бастайды. Оған байланысты тиісті тарифтер бар. Бірақ бұл мәселені біраздан бері көтеріп жүрміз. Тарифтердің ішінде бүгінгі күні сол ПМК-лардың негізі тұрып жүруіне қаражаттары енгізілмеген. Сондықтан жыл ішінде бұны біз әлде де дұрыс пайдаланбай отырмыз. Бұл сыныңыз өте дұрыс. Бұған байланысты біз тиісті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Аружан Дарибай, Тенгриньюс. Мой вопрос к Жене Смахмудовичу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к предложению столичного депутата столичного маслихата Азамата Эдхожина об установке блокпостов в Астане? Он заявил, что в Астану заезжает кто попало. Ну, это неправильно, потому что мы унитарное государство, каждый гражданин имеет право, гражданин Казахстана, жить там, где хочет. Поэтому столица наша общая столица. Поэтому никаких ограничений у нас нету и не может быть. Вчера вы заявили, что начатые в районе Малого Талдыколя работы приостановлены. Однако в соцсетях и наши читатели поделились видео, что строительные работы там все еще идут. Я видел это видео. Если вы внимательно посмотрите, то вы убедитесь сами, что там активных никаких действий нету. Более того, после этого видео я дал поручение ГАСКО еще раз проверить. Это единственный участок рядом с пятым участком Талдыколя, где когда-то были забиты частично сваи, потом были приостановлены эти работы. После различных публикаций вот, в январе месяце, вчера, мы еще раз перепроверили, стройки там нету. Спасибо. Рахмет Аружан, Нургуля Бакирова, Спутник ИЗ.
Менің бірінші сұрағым Женіс Махмұдұлы сізге. Мына қазір ашық НПА порталына қаулы жобасы шықты ғой. Тарифті 110 теңгеге дейін көтеру. Жалпы неліктен мұндай шешім қабылданып отыр? Бұл енді тағы да тұрғындардың қалтасын салмақ түсіреді. Біз өкінішке қарай көріп жүрміз. Енді автобуспен жүргендіктен час-пик кезінде адамдылық толы, кейде төлеуге де мүмкіндік болмайды, көбісі төлемейді. Жалпы күн сайын қанша адам жолақыны төлемей жүреді? Қанша ақша түспей жатыр? Осындай анализ бар ма? Соңғы рет мына тариф дейсіз ғой, билеттің құнын 90 теңгеге дейін көтерген жыл ол 2014 жыл. 10 жыл бұрын осы тариф қабылданған кезінде. 10 жылдың ішінде өзіңіз жақсы білесіз, бензиндің, газдың, дизельдің, жалпы жанармайдың бағасы басқаша өскен, мына жүргізушілердің жалақысы да. Кеше ғана тұрғындармен кездескенде мен айттым, қазір мысалы 500 мың теңге жүргізушінің жалақысы. 10 жыл бұрын мысалы ол сома одан 2-3 есе төмен болған шығар. Сондықтан біз осындай шешімге келіп отырмыз. Нақты алғанда бір жолаушыны тасымалдау үшін бүгін автопарктер 300 теңгеден бастап 500 теңгеге дейін жұмсайды. Арасындағы 400-300 теңгені біз бюджеттен, жергілікті бюджеттен субсидия ретінде компанияларға беріп отырмыз. Солай нақты қазір мынау бір адамды тасымалдау үшін компания 300-400 теңге жұмсап отыр. Арасында билеттің құны осындай. Бірақ оны біз 100 теңгенің маңайында ұстап отырмыз. Әлеуметтік маңызды сала деп. Сондықтан оны түсіну керек. Ондай деңгейде арғарай ұстауға мүмкіндік жоқ. Бәрібір ол қаражат субсидия ретінде сіздің қалтаңызда бәрібір сол жаққа кетіп отыр бүгін. Жалпы бұл тарифті көтеру бұл мәселені шешеді деп ойлайсыз ба? Өткені жаңа ғана айтып өттім ғой, кондуктор болмағасын көбісі төлемейді жолақысын. Көп аз болса да бір 5-6 миллиард теңге осыдан кейін қосымша бюджетке түседі. Ол 5-6 миллиард қосымша мына жаңа автобустарды алуға кететін қаражат. Сіз айтқан мәселе ол басқа мәселе. Биылдан бастап мына осы нарықта электронный билеттерінің дейміз басқа компания кіріп отыр. Және біз білеміз мына тасымалдаудың ақысын төлемей жүрген азаматтардың саны мысалы бізде Астанада Алматыға қарағанда кішкене көбірек. Бұл мәселемен біз айналысып отырмыз. Біздің жоспарымыз бұл мәселені осы жылдың соңына дейін максимум болғанда бір 5%-ға дейін төмендету. Рахмет. Бұл белгілі мәселе. Екінші сұрағым Ақмарал Шарпайқызы сізге. Мына аудандық ауруханалар үшін МРТ, КТ аппараттарын кім сатып алуға міндетті? Облыстық басқарма ма, жоқ әлде министрлік пе? Сосын оларға қанша қаражат қазіргі таңда бөлініп жатыр? Аудандық ауруханаларды қашан жоспарда бар осындай аппараттармен қамтамасыз ету? Негізі мен жаңа айтып кеттім, ауылда тұрып жатқан халыққа медицина қызметті қолжетімділік алып жасау үшін 32 ауданаралық ауруханалардың бүгінгі күні күрделі жөндеу жұмыстарыменен негізі қажетті құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Яғни МРТ, ангиограф қоюға қосымша бар ауруханалардың көлемін көбейту үшін осындай құрылыстар жүріп жатыр. Негізі ангиографтарменен 8 ангиограф, 12-ге жуық КТ, МРТ-лардың саны барлығы белгілі, бірақ біз бұған бүгінгі күні ревизия жасап жатырмыз. Себебі мысалға бір ангиографқа кем дегенде 250 мың халыққа бір ангиограф қойылу керек. Сондықтан біз бұның тиімділігін қарауымыз керек, себебі өте қымбат құрал жабдықтар. Екінші жағынан енді әрине Қазақстанның кем байтақ жерінде біз бір сағат кезде сол тиісті көмекті алу үшін аудандық аурухананың немесе облыстың орталығындағы жасалынатын көмектің біз бір сағатта жету радиусын қарауымыз керек. Осының себептерінен бүгінгі күні ревизия жасалынады және де бұл жұмыстар осы 25 жылдың аяғына дейін аяқталады. Енді бұның
қаржы көзі қаяқтан беріледі деген сөзіңізге, мына 32 ауруханаға байланысты бұл республикалық бюджеттен бөлінетін қаржы, ал жылда, биылғы жылы, мысалға, барлық өңірлерге 45 миллиард теңгенің көлемінде трансферт, жалпы трансферттердің есебінен жергілікті бюджетке медициналық құрал-жабдықтар сатып алуға қаражаттардың барлығы қаралған. Жалпы сонда республиканский бюджеттен бөлінді? Республикалық бюджеттен де, және де жергілікті бюджеттен, на трансферттің есебінен өздері тиісті неге байланысты, енді сұранысқа байланысты, сол жерде өздері анықтап, оны сатып алуға толық құқықтары бар. Рахмет. Рахмет, Нұргүл. Серік Жолдасбай, Алашорда. Мен сұрағым Жеңіс Қасымбекке. Былтыр Талдыкөлге барған кезде онда аққулар жүргенін көрдім, және тұрғындар оларға жалпы азық-түлік нанын әкеп беріп жатқан болатын. Менде сол кезде бір ой туды. Осы Талдыкөлді аймағын бетондап, Астанадан шығатын қарларды сонда төгуге бола ма? Ол арқылы мысалы жаңағы аққуларды көп келуге мүмкіндік болады, содан кейін Астананың қарын алысқа емес, осы Талдыкөлге төксе су қоры молаймай ма? Талдыкөл ол бір көл емес қой, ол бірнеше көл. Үлкен Талдыкөл бар. Мысалы былтыр тамыз айынан бастап біз тазартылған қостан суды Есіл өзенінен емес, Талдыкөлге жібердік. Мысалы, соңғы жарты жылдың ішінде 1,5-2 миллион кубометр суды сол жерде қосымша жинадық үлкен Талдыкөлде. Сіз айтқан аққулар, басқа да видеолар сол үлкен Талдыкөлден. Сондықтан оны біз көбейтіп отырмыз, және өзіміздің бір шешіміз бар. Сіз айтқандай қарды да жинаймыз, ливневка бар, басқасында бәрін сол жаққа біз құйып отырмыз. Оның деңгейін бір 10 миллион кубометрға дейін көтереміз деп 2 жылдың ішінде ондай жоспарды қабылдадық. Е, бетондайсыздар ғой, тазалап әдемілеп. Әртүрлі варианттар бар, бірақ қазір суды жинап отырмыз сол жақта. Қазір судың деңгейі ол жерде 3 миллион кубометр. 10 миллионға дейін көтереміз. Жақсы, рахмет. Екінші сұрақ, Ағмола облысына қарасты, Қараөткел ауылы Селденград ауданына қарасты. Сонда тұрғындар шағымдан маған айтып етті, бізде автобус жоқ, келіп қатынайтын, газ қашан келеді, свет мәселесі қашан шешіледі деген. Су, ауыз су мәселесі. Рахмет сұрағыңызға. Бұл енді жаңа осы агломерация мәселесінде Қараөткелде бір ең ірі ауылды мекен болып табылады. Осы агломерация елді мекен төңірегінде. Сондықтан бүгінгі таңда біз осы жобаларды кіргіздік. Жаңа газ ол жоспар бойынша келе жатыр. Біздің биыл екі ауылды мекен. Келесі осы 25-26 жылы Қараөткел, тағы да басқа жоба бар бізде. Енді осы қаржыландыру мәселесі. Қаржыландыру мәселесіне бүгін мына үкіметтің қаулына қол қойылды. Сол жерде мұна жеке осы 90% республика бюджеттен, 10% жергілікті бюджеттен, осы агломерацияға жататын 45 ауылды мекенмен Қосшы қаласына ерекше арнайы статус ретінде қаржыландырады. Сол кезде осы мәселелер толық шешіледі деп біз үміттеміз. Су мәселесі. Біз енді қазіргі таңда ол да бір жобада бар су, жаңағы осы ауылды мекенінің жаңағы 100% сумен қамту мәселесі бар. Оның ішінде мына агломерация кешенінде Астана қалаға су құбыры сабынды көзінен су тартылады, сонда бізге де 3-4 не қалдырады. Сол жерден бізде осы керекті суды содан және Нова Романовка бар. Енді осылай Астана мен іргелес болып жатқасын, сол жобаға бізді қосыламыз. Е, ала сіз былтыра орталық коммуникациялар орталығында болған жиында Қараөткел жалпы Қосшы келер жылы газдандырылады деп айтқан болатынсыз, қателеспесем. Сіз енді оны 25-ке сыр болсыз. Енді мен нақты 24 осы биылғы жылы жаңағы жоба бойынша іске артылады, ал енді газ келу ол мен құзыретімде емес. Біз сол газ келетін жобаларды, трубаларды бәрін дайындап,
іске оны қосамыз. Мен жаңағы газ келу мәселесін айтып отырым. Өзі не жоба бар, кесте бар. Кесте бойынша 27 жылға дейін. Рахмет, Серік. Айкен Муканова, Спутник КЗ, пожалуйста. Добрый день. Мой вопрос Марату Ахмеджанову. Скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас строительство ТЭЦ в Кокшетау? На стадии планирования. У нас, вы знаете, этим занимается уполномоченный орган, государственная компания «Самұрық-Қазына». Поэтому мы только вопрос здесь у нас стоит по выделению земельного участка и другие подготовительные работы. То есть строительство не в нашем ведении. Это уполномоченный орган министерства и фонд «Самұрық-Қазына» занимается этим вопросом. Второй вопрос акиму Астаны. Скажите, пожалуйста, что будет с газификацией столицы? Потому что мы вот работаем, наш офис находится на 30 этаже, и мы каждый день наблюдаем такую широкую полосу серой пелены, смога. Вот, коль скоро решится этот вопрос? Газификация столицы активно идет. Вы знаете, что несколько источников, да, загрязнения воздуха. В первую очередь это автомобиль, и во вторую вот то, что вы говорите, использование, например, в том числе и угля. Проблема вот второй части решается за счет перехода на газ. Активно идет газификация частных секторов. В частности, мы, например, в прошлом году магистральными газопроводами подошли к Куркеру, мы подошли к Чубарам, подошли к Пригородному, подошли магистральными газопроводами и к лесозаводу, и к Кокталу, поэтому дальше эта работа будет продолжаться. Мы начинаем уже заводить сети в эти частные массивы жилые, где находится большое количество частных жилых домов. Плюс мы в прошлом году достроили еще 3 крупных теплоисточника. Первый этап ТЭЦ-3 начал работать, долгострой. 2 газовые тепловые станции, и плюс ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 полностью переведены на газ. То есть все основные объекты жизнеобеспечения, все ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а также 2 газовые станции, они работают тоже на газу. Вы можете в процентном соотношении сказать, сколько процентов Астаны уже газифицировано? Я вам дам официально это. У нас мы ежегодно подводим почти к 10 тысяч к домам газ, из них сколько подключается, другой вопрос, потому что есть еще подключение от магистрального газовода до самого дома. Там мы работаем с населением, есть специальные программы льготного кредитования, потому что это тоже денег стоит. Еще один вопрос. Летом не возникли ли проблемы с водоснабжением, как в прошлом летом? В прошлом году была проблема. Мы имели в июне месяце дефицит порядка от 15 до 25 тысяч кубометров воды. В июне был достроен новый водовод с Астанинского водохранилища. В этом году мы планируем еще один водовод достроить. Самое главное, в 2 этапа мы запустили работу новой насосно-фильтровальной станции МФС-3. Сегодня мы имеем профицит почти 100 тысяч кубометров в сутки. То есть мы можем утверждать, что АКИМ гарантирует? Этот объем достаточен при существующих темпах строительства города и роста города на ближайшие, условно, 2,5-3-4 года. Но мы продолжаем работу, то есть вот этот задел, который сегодня сформирован, он будет постоянно поддерживаться. Такая же ситуация по теплу. Если мы в прошлые годы в отопительный период заходили с дефицитом примерно 300-400, даже до 600 гигакалорий тепла, мы сейчас вот в самые холодные дни, вот буквально недели 2 назад, имели профицит более 1000 гигакалорий тепла за счет того, что новые источники тепла были в прошлом году введены. Это тоже задел на ближайшие 3-4 года. Но параллельно мы должны, вот как глава государства сказал, помимо решения текущих вопросов, мы должны постоянно, с учетом роста города, создавать профицит и задел, чтобы как минимум имели какой-то гап на ближайшие 5 лет. Спасибо. Рахмет Айкин. С водой проблем не будет. Женя Уранкаева, прескизер, пожалуйста. Хорошо. Женс Махмудович, первый вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, все-таки по земельному участку на Малом Талдыколе.
этот участок, он принадлежит арабской компании Эллингтон. Что они там собираются строить в итоге? Когда там обещанные сады и парки будут? Почему астанчане должны, как сторожи, постоянно охранять этот несчастный участок, чтобы там ни одна как бы, компания не пришла и не воткнула туда очередной муравейник? Скажите, пожалуйста, наверное, когда уже обещанный Акиматом парк там будет? Мы с вами говорим про пятый участок. К Эллингтону никакого отношения не имеет. Между ними расстояние несколько километров вообще. Тот участок, который был вчера на видео, в январе появлялся, это небольшой участок, один жилой дом. Никакого комплекса большого там нету. По нему мы будем решать, если есть необходимость, в судебном порядке этот вопрос. Вокруг этого участка другого на этой стадии, вот на стадии начала работы и так далее, нету ни одного строительного участка. Там рядом планируется строительство еще комфортной школы, но это просьба, это по требованию жителей это будет строиться. Теперь по скверу или парку, который планируется на этом пятом участке, он будет реализован. Более того, в бюджете этого года у нас суммы уже заложены, есть подрядная организация. Но в ноябре месяце мы начали активно еще раз согласовывать сам детальный план и эскиз этого парка с экоактивистами. Появились дополнительные предложения, мы их дорабатываем, учитываем. В итоге Эллингтон каким участком владеет? Это Эллингтон к пятому участку не имеет отношения. Он находится ближе к Айтматово. Все-таки на этом пятом участке, хоть и один дом, но строится. Мы правильно понимаем? Не строится. Стройка остановлена. Хорошо. Господин Ахмеджанов, вопрос к вам. 9 месяцев назад, когда вы еще были главой МВД, вы выступали с таким предложением, как запретить барам до 23 часов продавать алкоголь, точнее, после 23 часов продавать им алкоголь. Вы говорили, что все преступления и вызовы полиции происходят как раз-таки из-за пьяных дебошек в ночное время. Сейчас вы глава Акмолинской области. Вы в качестве пилота не хотели бы внедрить такое, как руководитель региона, чтобы Акмолинская область стала безалкогольной? Спасибо за вопрос. Я не ставил вопрос о запрете. Я это прекрасно помню. Мы как раз в стенах города Астаны этот вопрос мы рассматривали. Вопрос стоял о нарушении тишины. Тишины после 23 часов по действующему нашему национальному законодательству. То есть я говорил, необходимо привести в порядок те заведения, которые нарушают тишину, покой наших граждан. И в случае, если они не выполнят установленные нашим законодательством требования, то надо ограничить их действия после 23 часов. Этот вопрос, он, в принципе, он и сегодня актуален. Есть у нас административные взыскания за нарушение тишины, за распитие спиртных напитков и другие. Если вопрос стоял, что если не обеспечивать надлежащую безопасность наших граждан, посетителей, то поставить запрет по реализации спиртной и вообще по действию этого заведения. Она и актуальна, и в принципе сегодня она тоже применяется. Я думаю, и на территории Акмолинской области, поэтому ничего сверхъестественного я не предлагал. Она и сегодня работает. Если эти заведения не соблюдают установленный законом порядок, то они подлежат закрытию. Нет, мы своими ушами слышали, как вы говорили, именно по ограничению именно продажи алкоголя. Именно по ограничение тем предприятиям, которые, заведениям, которые не выполняют установленные требования. То есть в Акмолинской области вы не хотите никакого пилотного проекта, чтобы люди оздоровились и перестали употреблять алкоголь? Это, понимаете, это была инициатива, это не пилотный проект, это необходимо решать на законодательном уровне. То есть должна соответствующая нормативно-правовая база для этого. Поэтому, а в случае на сегодня есть все основания в Акмолинской области по обеспечению общественного порядка, этот прием тоже применяется. То есть, если будут нарушители, будут к ним применяться соответствующие меры.
Спасибо. Бауыржан Шаяхмет, ТДК 42. Макен, к вам первый вопрос. Вот жители поселка Караоткель жалуются, что они испытывают дискриминацию под носом у Ак-Орды. Они называют себя жителями Южной и Северной Кореи. Ну, вы знаете почему. Вот вопрос, когда теперь у них будут эти блага, недостающие блага? Вот именно вот сейчас вы говорили по воде и по газу. Вы сказали, 27-й год, непонятно почему так долго, потому что там магистрали лежат, и по воде труба лежит, и по газу лежит. И теперь вопрос, когда у них будут там озеленение, у них нету, детских площадок нету. Они сильно отличаются, вот, два поселка. Да, сегодня как раз этот вопрос именно и, наверное, эти обстоятельства, которые вы озвучили, явилось тем, что сегодня принято специальное постановление правительства по агломерационной зоне, то есть минимизации, вы правильно говорите, различия между городом Астаной и теми населенными пунктами, которые у нас находятся в агломерационной зоне. Несколько причин я сегодня уже озвучил. Во-первых, вы надо четко здесь обозначить. Первое – это численность населения. Сегодня Караоткель, вы сами знаете, более 30 тысяч населения, около 30 тысяч населения проживает, а де-юра зарегистрировано всего 10 тысяч. То есть практически подушевое – это на 10 тысяч выделяется определенный объем, который с республика, мы начинаем какие-то проекты по водоснабжению, по теплоснабжению, по газификации и других. Но в то же время, значит, она с тем, что недостаточный охват всего населенного пункта подлежит корректировке. Корректировка происходит за счет местного бюджета, она очень непосильная ноша. Сегодня мы ставим вопрос, вот, именно в течение, вот она рассчитана на 5 лет, постановление правительства по комплексному решению вопросов агломерационной зоны. Здесь не только Караоткель, в первую очередь это Кошши, город Кошши. Мы в июле будет 3 года, как Кошши назван городом, но она свою такую маятниковую, сдерживающую маятниковую миграцию должна быть контррегулятором Астаны. Она почему не сработала? Потому что должны быть нормальные условия, нормальные школы, нормальные больницы, нормальные центры досуга и другие мероприятия. Теперь сегодня вот вопрос именно стоит по Кошши. Мы приняли комплекс мер. В прошлом году введены 2 школы, в этом году еще 2 комфортные школы, и мы Караоткеле тоже комфортная школа строится. Мы, значит, в зоне агломерации в этом году будет построено 7 комфортных школ. И в следующем году 6 комфортных школ. Кроме того, вот больницы, другие. И сегодня вот как раз мы говорим, что Караоткеле за счет, мы пожарное депо сейчас арендуем, открыли. Но будет стационарное пожарное депо. Необходимо нам сегодня в этом же плане и станции скорой помощи. То есть все те блага, которые нужны, мы будем туда. Там нет озеленений, детских площадок. Вот. Теперь, да, вот эти вопросы сегодня, вот это все нехватка бюджета. Поэтому сегодня вот в комплексном плане именно предусмотрено, что минимизация разницы, первый это стоит между городом и деревней. И мы будем принимать меры, потому что и город сам тоже заинтересован в этом проекте. У них вот автобусы, будут маршруты, вплоть какие нужны для Караоткеля, потому что за это город отвечает, и другие. Чтобы мы понимаем, что есть административно-территориальное деление, но фактически жизненная ситуация такова, что город и Караоткель практически живут одной совместной жизнью. Там через дорогу все, вот вы знаете, старая Ильинка, новая Ильинка. Вы назвали причину, но народу причины не интересны. Они спрашивают, Жан когда. Рахмет. Вот я поэтому говорю, сегодня вот принят, сегодня вот только сейчас вот мы спустились, постановление все члены правительства утвердили, это постановление. Теперь будем реализовывать, и я думаю, в ходе реализации население почувствует эту разницу. Второй вопрос, Аким Астаны. Вот тоже жители жалуются на дискриминацию.
Я имею в виду по бесплатным кружкам и секциям, которые вот не успели записаться. Особенно многодетные матери, матери-одиночки, там родители, которые в тяжелом финансовом положении. Вот последняя цифра, по-моему, по новым ваучерам была 26 тысяч. Это на 1,5 миллиона город. Ну, очень мало, они говорят, как по тарелке размазали. Вот вопрос, когда и сколько? Мы выделяем, например, в прошлом году, позапрошлом году цифра примерно на одном уровне держится, в районе от 12 до 14 миллиардов тенге. Это, насколько я знаю, вторая цифра после Алматы. Мы выделяем достаточно немало. Поэтому исходим из возможности бюджета. Например, мы же говорим, мы хотим держать стоимость билета на перевозки пассажиров в общественном транспорте вот в пределах существующей, да? Ну, плюс подняли 20%. Мы туда субсидируем очень большие деньги. Теперь переводим город на газ, а стоимость газа в Астане совсем другая, но мы хотим нормальную экологию, мы опять же должны субсидировать газ. Так, теперь количество школ растет, детских садов, там тоже подушевое. Количество детей, ну, чем больше жителей, поэтому очень большая социальная нагрузка. Если мы сейчас возьмем все деньги и отдадим в артспорт, тогда мы должны сокращать финансирование по другим направлениям. Поэтому мы пытаемся сбалансированно это делать. И исходя из возможностей местного бюджета, мы финансируем эту программу. Поэтому еще раз хочу заявить, там двукратного, трехкратного увеличения по этой программе не будет. Будем увеличивать соразмерно возможностям бюджета. Будет бюджет города расти, экономика города дает дополнительные нам возможности, будем это делать. Но в первую очередь мы для себя ставим задачу сейчас закрыть дефицит ученических мест, койко-мест в объектах здравоохранения, детские сады. Вот понятно, но вы знаете, человеческий капитал, они хотят развития. 45 тысяч, вот, которые вы сана говорили, они за два кружка просят, за два посещения. Это очень дорого, родители не могут туда ходить. Бауржан, у нас время ограничено. Поэтому мы для себя приняли программу 15 новых дворцов школьников. Естественно, по мере их строительства мы будем увеличивать и стоимость, то есть объем субсидий, связанных с этой программой за каждый кружок. То есть чем больше мы строим этих объектов, тем больше мы будем тратить детей на эти кружки. Это понятно. Рахмет. Оны біз емес. Ауылдарға сіз мына қаланың өзін айтып отырсыз ба? Ол қаланың мына үркерді айтасыз ба мысалы? Жалпы мына қалада кептеліс мәселелер бар. Күніне қалада 400 мыңнан астам автомобиль қалаға шығады. Оның саны өсіп жатыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Былтыр мысалы жаңа көпірді аштық Тәуелсіз көшесі бойынша. Осы құрылыстың арқасында Мәңгілік ел, Тұран, Қабанбай Батыр көшелеріне кептеліс 10-15% төмендеді. Былтыр Айтматов көшесі де ашылды. Ол жұмыстың жалғасы болады. Айтматов көшесі ары қарай мына Қосшы жағына дейін кететін жоба бар. Және мына Тәуелсіздік көшеде мына үлкен проспект, ол аэропортқа дейін барады. Ондай жобалар аз емес қалады. Және мына Кенесары көшесінің жалғасы ары қарай көпір арқылы Есілден өтіп Қорғалжын даңғылына шығатын болады. Сондықтан ол жобаларды біз іске қосып жатырмыз, жобалап жатырмыз, құрылыс жұмыстарын бастап жатырмыз және оның бәрі жалғасын табады. Және мен сізге айттым, бүгін мына баяндамада болды, былтыр 400 жаңа автобус қалаға келді. Мысалы, былтыр таңертең маршруттарға 900 автобус шықса, қазір 1300 шығып жатыр. 40%-ға автобустардың саны көбейді. Биыл қосымша 300 автобус, келесі жылға да дейін. Жалпы өзімізге, біздің мақсатымыз мына 2000-2500 автобус болу керек. Қоғамдық көліктің саны жеткілікті болса, онда адамдар мына жекеменшік машиналарды аз пайдаланады деп біз өзіміз оны жоспарлап отырмыз. Жалпы әлемде солай. Қоғамдық көлік дамыса, онда мына халық жекеменшік машиналарды алмайды, кептелісті төмендейді. Сондықтан осы екі бағытта жұмыс жасап отырмыз.
Сіз айтқан мәселе, мына бір ауылдарға барып, жартылай жолда бұрылып атыр деген, оны мен бақылауға алам және түсіндім. Бұл мәселе бойынша біз тексереміз. Рахмет. Әріптес. Так. Можно, да? Қысқа. Коротко, пожалуйста. Действительно, такая проблема во многих больших городах есть. Мы сегодня только вот на заседании правительства говорили, что фактически в городе живет почти 1,5 миллиона, плюс 200 тысяч человек ежедневно заезжает с агломерации в город. Более 400 тысяч автомобилей ежедневно в городе. Плюс 30 тысяч, по данным вот, дорожной полиции, автомобилей заезжает с ближайших населенных пунктов. Поэтому эти пробки есть. Работаем в нескольких направлениях. Первое. Естественно, развиваем дорожную уличную сеть. В прошлом году, вы помните, мы запустили частично Айтматова улицу, она разгрузила частично Кургалжин и Туран. Запустили мост Тәуелсіздік, улицу Тәуелсіздік будем строить до аэропорта. Эта улица решает проблемы проспекта Мәңгілік ел, Туран, Қабанбай Батыра. Такие же работы ведутся по всему периметру города. Строятся большие улицы и за новым вокзалом Нуржуала и так далее. Но необходимо увеличивать количество общественного транспорта. Во-первых, общественный транспорт в часы пик переполнен. Это будет и улучшение сервиса. Мы планируем в два раза увеличить количество общественного транспорта. Это будет стимулировать людей максимально использовать общественный транспорт и минимизировать использование частного автомобиля. Плюс мы планируем увеличить на 50-60 километров протяженность бас-линий в городе. Сегодня порядка 100 километров, увеличиваем еще на 50% в ближайшие 1,5-2 года. У нас появятся односторонние улицы в центре города. Это тоже повлияет на улучшение транспортных потоков. Естественно, это будет делаться только по согласованию через общественные слушания. Сейчас я могу сказать, например, есть такое предложение вокруг линейного парка. С двух сторон сделать одностороннее движение. Но это будет обсуждаться. Это будет обсуждаться, и только при согласовании с жителями города вопрос будет решаться. Рахмет. Я знаю, вы живете в том районе, потому что пишете по линейному парку, много постов, я читаю. Там во всем мире такая практика есть. Когда существует круговое движение вокруг парков, внутренняя сторона, которая смотрит в сторону, получается левая сторона, движение идет от направлений по правой стороне. То есть там, где есть жилье, там, где первые этажи есть бизнес, коммерческие помещения, там будут остановки, это нормально. Рахмет, Жеңіс Махмудұлы. Ну, то есть такой план есть, но... Айнур, пожалуйста, к микрофону. Я имею в виду, где? Нет, нет, я имею в виду односторонний вокруг только вот зеленой зоны. Коллеги, пожалуйста, к микрофону. У нас очередь. В очереди еще 10 журналистов. Я повторюсь, это только первые идеи. Это будет глубокое большое обсуждение жителями города. Светлана Пенькова, пожалуйста, Евразия, Первый канал Евразия. Здравствуйте. Марат Муратович, у меня вопрос к вам, вернее, даже не вопрос, а просьба. В нашу редакцию обратился житель Акмолинской области, Астраханский район, село Оксановка. Я попрошу ваших сотрудников записать обязательно. Сергей Залогин, он пенсионер. Все дело в том, что между его домом и линиями электропередач растут два огромнейших тополя, и уже несколько лет он вместе с акимом сельского округа обивает пороги районной РЭС с просьбой дать им машину-вышку, чтобы спилить эти деревья, потому что они гниют. Но РЭС упорно не идет навстречу. И аким села, с которым мы разговаривали вчера, это подтвердил и сказал, что это единственная машина-вышка в районе, и вот мы на этом завязаны. Все дело в том, что эти деревья начали ломаться, и пенсионер уже просто боится за свою жизнь. Вот. И у нас от всей редакции большая просьба к вам. Пожалуйста, помогите предотвратить непоправимое. Спасибо. Решим вопрос. Спасибо. Проинформирую вас. Спасибо, Светлана. Әріптестер, бізде брифингке берілген уақыт аяқталды, сондықтан тағы 20 минут мүмкіндіктеріңіз бар. Сұрақтарыңызды қысқа әрі нақты қойсаңыздар. Илья Астахов, Ордай, пожалуйста. Здравствуйте, Жениз Махмудович, вам вопрос.
В Астане уже лет последних 5-6, ну, начиная с Экспо, стоит на Исиле огромный фонтан круглый и не работает, просто гниет, ржавеет. Скажите, пожалуйста, по возможности, если знаете, сколько денег на него потрачено было и почему он в таком состоянии находится? Он будет демонтирован, восстановление его достаточно дорого и достаточно сложная конструкция, поэтому мы приняли решение, в течение этого года мы его демонтируем. А сколько это стоить будет? Я точно не скажу, мы по расчету у меня на руках их нету просто. Сколько стоил, тоже не знаете? Ну, это было, вы сами сказали, 5 лет назад. Я, ну, если хотите, я вам официально дам информацию. Хорошо. Никаких секретов там нету. Так, хорошо. Следующий вопрос, Акиму Акмолинской области. В декабре прошлого года на брифинге вы сказали о том, что готовы переселять людей из поселка Жолымбет и, по-моему, Аксу, которые страдают от рудников, которые рядом находятся. Скажите, за это время кого-то переселили или нет? И сколько? Вопрос по Аксу. Он уже плановый. В принципе, там работа ведется. 11 домов, кажется, осталось в Аксу, которые там. А по Жолымбету идет исследование. То есть мы должны сначала убедиться, что действительно дом аварийный, и он проживать по нему, по всем требованиям опасно. После этого будет принято решение. А из Аксу куда переселяете? Куда? Из Аксу куда они переселяют? В Степногорск. А, в Степногорск. Это полностью бесплатно, правильно? Рахмет Илья. Динара Нургалиева, 31 канал, пожалуйста. Жансия Рахмет, сәлеметсіз бе, әріптестер. Марат Мұратұлыға қош көрдік, бірақ бүгін сұрағымды Әлназарова ханымға қойғым келіп тұр. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Премьер Минздрав пен акиматтарды бүгін сынға алды. Акмарал Шарипаевна, я понимаю, что вы только вот приступили к делам в Минздраве, да, только вот стали главой ведомства. Однако сегодня было сказано, 309 объектов не построено, проблема с участками, с выделением, проблема с документацией. Как вы будете все вот эти вот критические вот моменты разрешать, потому что вам время дали построить все это в селах, в сельской местности в течение текущего года? Действительно, проект очень масштабный. 655 объектов мы должны были построить за 2023-2024 год. 300 объектов, которые должны были быть введены в строй в 2023 году, исполнены только на 30%. Есть как субъективные, так и объективные причины этому. В целом достаточно большое время заняло разработка типовой проектно-сметной документации, эталонной, так скажем, чтобы каждый регион сам не разрабатывал. Во-первых, это экономия бюджетных средств, во-вторых, это стандартизация и единые требования ко всем объектам, которые будут строиться и впредь тоже. Поэтому вот этот момент, и было введено всего 99 объектов, должно было быть построено к концу года, 92 сегодня сданы по итогам 2023 года, 7 сегодня пока продолжают строиться. На этот год у нас действительно порядка 570 объектов. Мы сегодня прорабатываем все вопросы по подготовке проектно-сметной экспертизы. Работа идет в несколько этапов. В принципе, разработка ПСД закончена. Привязка, которая проходит через КАЗНИСА, она тоже сегодня завершена. У нас осталось только несколько объектов на госэкспертизе. Сегодня регионы выходят на следующий этап конкурсных процедур. Произошло софинансирование с местного бюджета. Поэтому в целом премьер-министр действительно считает, что у нас сроки могут быть сорваны, и поэтому сегодня были даны соответствующие поручения. Мы со стороны Министерства здравоохранения эту работу мониторим, поэтому считаем, что завершим в срок. Госпожа министр, смотрите, причины непонятны нам, да? Я интересуюсь, как вы будете решать вопрос. Бексинов конкретно сказал, Минздрав, вот, Минздрав, Министерство здравоохранения ослабило контроль. Может быть, вы как комфортные школы подключите по камерам видеонаблюдение и сидя у себя в кабинете будете мониторить процесс строительства, либо вы, может быть, отправитесь по регионам и уже будете участвовать в проектах. Вот как вы будете? Можете тезис на первое, второе? Ну, в целом, да, общий мониторинг ведется со стороны национального оператора по строительству Турар Хелс. Он является структурой Министерства здравоохранения. В ежедневном режиме мы этот вопрос мониторируем.
мониторим. В целом, те объекты, где уже ведется строительство, мы понимаем. Сейчас нам нужно в целом завершить часть документационную. Поэтому мы сегодня, сидя в Министерстве здравоохранения, этот вопрос четко мониторим. Вопросы на уровне Института сейсмологии полностью по привязке закончены сегодня буквально. До 10 апреля мы должны закончить полностью привязку по всем объектам, выход ее из государственной экспертизы. На местах мы смотрим, когда проходят маслихаты и 10% софинансирование ставится. Сегодня 56 миллиардов тенге, 56 миллиардов выделено из республиканского бюджета. Дополнительно мы будем просить на оставшиеся объекты, вот буквально на следующей неделе средства. Поэтому в целом вопрос на контроле. В четверг уже начинаем выезжать в регионы. Будем на месте тоже мониторить. Получится у вас застроить в этом году? Я думаю, что да. Рахмет, Динар. Саяна Санакова, Атамекен Бизнес, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос Джинасу Махмудовичу. Вот по поводу комплексного плана развития Санинской агломерации. Вот действительно ли вы считаете, что вот этот вот комплексный план поможет, как там указано в этом плане, снизить транспортную нагрузку в столице? Ведь по вашим же данным, каждый день выезжает и заезжает в столицу 200 тысяч человек, а вообще машин там 300 тысяч. Конечно, этот документ, основная задача сбалансированное, скорректированное развитие и агломерации, и столицы. Вот только что аким области, вот Марат Муратович в своем выступлении говорил, что Коша планировался как город-контрмагнит, который будет каким-то населенным пунктом, который бы впоследствии от города будет оттягивать ряд проблем, в том числе связанных, там, например, с транспортными потоками. Сегодня мы видим, что, например, более 100 тысяч человек живет в Коши, из них 50 тысяч ежедневно ездит в город, в том числе работать, учиться, лечиться и так далее. Поэтому в этом комплексном плане предусмотрена реализация большого количества, например, инвестиционных проектов, в том числе в районе Коши. Мы планируем, что за счет этого, за счет создания рабочих мест в том районе, часть людей перестанет ездить ежедневно. Кроме того, там планируется создание и строительство и медицинских объектов, и образовательных. Также, Марат Муратович, это тоже частично отвлечет тот поток, который ежедневно идет в город. И такие работы, в принципе, предполагаются по всему периметру города. Просто под этим всем кроется такая проблема, что вот в час пик именно, когда люди едут на работу, тогда автобусы у нас переполнены. Обратно едем, например, в сторону Коктала, в сторону Талапкера, Кожемукана, то же самое, переполнены автобусы. Здесь кроется такая проблема, что люди там просто живут, ночуют и приезжают работать в Астану. Вот есть ли данные, насколько вообще, сколько человек работают в этих селах? Есть ли там какие-то объекты? Что... Мы сегодня говорили же, ежедневно в город уезжает 200 тысяч. Угу. Количество людей, которые живет в этой агломерации, в своем выступлении Марат Муратович тоже обозначил. Я в своем выступлении также сказал, что почти 10 тысяч студентов и учеников, это студенты колледжей и школ. Поэтому мы принимаем в рамках этого комплексного плана ряд решений. Например, в том же Уркере мы строим сейчас две школы. Предполагаем, что сегодня те школьники, которые ездят с Ильинки в город, будут ездить через дорогу будут переходить и учиться в Уркере. Такую же работу проводим по населенным пунктам рядом с Талапкером, с Хоянда, в направлении там Жвекжола и так далее. То есть это большая работа, и у нас есть рабочая группа между акиматом области и акиматом города, который в ежедневном формате решает вопросы, связанные с автобусными маршрутами, койко-местами в больницах, ученическими местами, пожарное депо. Там, где, например, мы строим, мы в этом году в Уркере пожарное депо строим, завершим его. Естественно, оно в случае чего-то оно будет работать и на Ильинку. То есть мы планируем свои совместные действия, чтобы дважды одно и то же не планировать тратить. У меня вопрос по трудоустройству. Вот есть данные, вот, Марат Муратович, по поводу, сколько человек трудоустроено, реально они работают в этих селах, они просто ночуют? Вы здесь совершенно правы. Поэтому сегодня вот задача именно как контррегулятор. Первый, нужно там этапность. Первый, жилищно-бытовые условия. Вот, например, даже по школам Коши в этом году будет запланировано, Коши и Тайтюбе, три комфортные школы на 4700 ученических мест. Кроме того, мы
еще за счет местного бюджета строим на 1200 мест. Кроме того, в этом году больница на 350 мест. Также Via Medis начинает строительство большого уникального центра, которые будут, сегодня вы знаете, если областные, детские, все мы в Астану едем, будет построена, значит, поликлиника на 1200 мест, кроме того, по реабилитации и детской больнице. То есть мы, как контррегулятор, как магнит, Кошу будет притягивать к себе. Сколько трудовых мест появится? 2500 у нас по плану 2500. Но необходимо, надо сказать, что еще 8 туристических объектов строится. Кроме того, в январе 2025 года будет введен в эксплуатацию большой культурно-оздоровительный досуговый центр, где кинотеатр, библиотека, спортзалы, в общем, комплекс стоимостью 9,6 миллиардов, это частные инвестиции. Там тоже будет стоимо 100 мест. Также, значит, планируется по производству мяса птицы большой комплекс. Это я про Кошу пока говорю. Но сейчас мы Жібекжолы сторону делаем большую индустриально-промышленную зону со всей инфраструктурой, чтобы там размещать именно производство, которое востребовано в городе Астане. И этим образом мы трудоустроим туда людей, поэтому вот эта миграция 200 тысяч населения, которые, если точнее будет сказать, мониторинг показал, что 214 тысяч человек утром находится в Астане, ночью ночуют в Ахмолинской области. И поэтому сегодня вот мы, самая главная цель Кошу, действительно, чтобы он выполнял свою предназначенную цель, стал городом, со всей соответствующей инфраструктурой. Там у нас предусмотрено строительство новой газокотельной, котельной, мост через реку и другую инфраструктуру. И эти, значит, села, которые сегодня мы вопрос ставим, чтобы исчислять не де-юра, например, у нас Жібекжолы всего по численности 10 тысяч населения, а практически проживает 30 тысяч. То же самое Коянды, то же самое Короткөлі, то же самое Талапкери. Поэтому сегодня первый учет и создать потребности, рабочие места, чтобы уменьшить, по крайней мере, минимизировать миграционные потоки. В свою очередь город по снабжению автотранспортом, вот 400 они закупили, часть будет обслуживать наши маршруты вплоть до населенных пунктов. Спасибо. То есть она даст свой эффект. Коллеги, мы выходим за рамки регламента. У спикеров запланированы другие мероприятия, поэтому, пожалуйста, коротко вопросы. Назира Балташева, «Голос народа». Ахмарал Шарипаевна, вот за последние несколько недель мы освещали ситуации, даже трагедии, связанные с системой здравоохранения. Это смерть беременной в Кокшетау, которая трижды обращалась за медпомощью, но ее отправляли домой. Это ребенок, который умер спустя 4 месяца после рождения из-за того, что пострадал во время родов. И жительница Астаны лишилась третьей желудка по вине врачей. В чем причина? Это врачебная ошибка или все-таки это халатность? Будете ли вы пресекать подобные случаи? Какие будут меры? Да, понимаю ваш вопрос и в целом соболезную этим семьям. Там есть множество причин, которые связаны непосредственно с деятельностью врача, но есть другая сторона, которая связана непосредственно с организацией медицинской помощи на каждом конкретном объекте. Поэтому сегодня следственные мероприятия проводятся. По итогам, я думаю, мы вам дополнительно доложим, и в целом по итогам будут приняты меры непосредственно к виновным. А может, нужно как-то ужесточить наказание за халатность, врачебные ошибки, чтобы врачи серьезнее относились к своим обязанностям? В целом сегодня Уголовный кодекс достаточно жесткие меры по отношению к медицинским ошибкам применяет. Есть 317-я статья, в ней содержится три части, согласно которым виновные медицинские работники несут и уголовную ответственность в первую очередь, и административную тоже согласно КУАП. Поэтому в целом сегодня мы не считаем, что здесь необходимо усиливать меры.
Мы считаем, что необходимо усиливать контроль в целом за организацией медицинской помощи. Здесь есть системные вопросы, допустим, отсутствие штатного расписания, которое несколько лет отменили, но взамен не дали. И привязка этих старых штатных нормативов к советским нормативам. То есть сегодня мы должны пересмотреть позиции международных стандартов. И поэтому здесь могут быть причины из-за излишней нагрузки на медицинский персонал. То есть есть международные стандарты, которые в целом обеспечивают и гарантируют правильный уход и правильное в целом оздоровление пациентов. Но вместе с тем, что у нас все еще сегодня применяются старые нормативы, эти вопросы у нас остаются открытыми. Сейчас мы создали рабочую группу. Я думаю, что в ближайшие 2 месяца мы уже определим новый штат, и после этого эту работу нужно будет выстроить. И другой вопрос – это дефицит кадров. Все еще ощущается достаточно серьезный дефицит врачей-реаниматологов, анестезиологов, неонатологов, акушер-гинекологов. И здесь, несмотря на те пакеты социальные, которые у нас сегодня есть, я думаю, здесь нужны более системные меры, потому что ежегодный дефицит более 4500 врачей у нас до сих пор сохраняется, несмотря на то, что мы увеличиваем количество грантов на бакалавриат, количество грантов на резидентуру. Дефицит у нас не снижается. Значит, там есть другие системные вопросы, над которыми мы сейчас работаем, и в ближайшее время выработаем меры. Рахмет Назира. Зарина Козова, Байгениус, пожалуйста. Марат Муратович, вопрос к вам. Вопрос о футбольном клубе «Окшетпес». 2 месяца назад мы делали материал, что у клуба есть задолженности, делали запрос официальный, но нам не сообщили, сколько составляет сумма долга, и нам не сообщили, когда будут они погашены. И скажите, пожалуйста, сейчас, на данный момент, клуб погасил ли все долги, каким образом они были погашены или будут погашены, будут ли на это выделяться государственные средства, и вот новый сезон, начинает ли клуб с долгами или без? Рахмет за вопрос. Сейчас идет вопрос, вот как раз именно обсуждение реабилитации по этим вопросам. Клуб спустился в первую лигу, и там будет продолжать свои выступления. Вопросы по долгам сейчас вот на повестке рассматриваются. Порядка 250 миллионов есть у нас долги. Это перерасход командировочных. Вы знаете, целый год клуб, стадион был на ремонте. Поэтому, на выезде играли. Это гостинично, это не запланировано. Поэтому долги есть, мы должны это сказать. Бывший директор клуба уволен, сейчас новый менеджер, он как раз этим вопросом занимается. Угу, все, хорошо, спасибо. Рахмет, Зарина. Аян Урибай, Улусмеди. Жақсы, бір ғана сұрақ жаңа министрге. Министр ханым, бізде мынау әлеуметтік желіде болсын, әртүрлі ақпарат көздерінде қайырымдылық сұрап, баламды емдетсек екен деп шетелде де өте көп жарнама емес, былайша айтқанда жалынған хаттар көп қой. Жаңа министр ретінде, әлбетте, әрбір операция миллиондаған ақша тұрады. Екінің бірі Қазақстан халқына қорына қол жеткізіп жатқан жоқ. Жаңа министр ретінде осындай азаматтарға, баласы ауырған, туысы ауырған азаматтарға қандай да бір шешім ұсына аласыз ба? Негізінде бұл үлкен мәселе. Бұл біз бұған жүйелі түрде қарауымыз керек деп білемін. Осыған байланысты енді көп арыз шағымдар осы орфандық аурулармен ауыратын науқастардың ата-анасынан түсіп жатады. Сонымен қатарына гендік бір науқастардың арыз шағымдарынан құралып жатады. Онкогематологиялық науқастардың арасынан көбінесе кездеседі. Осыған байланысты біз енді бүгінгі күні Қазақстанда осындай бір республикалық деңгейде осы орфандық пенен гендік науқастарды ұйымдастыру жағынан методикалық немесе бір емдеу орталығы жоқ. Осындай орталықты біз ашсақ, сол кезде осы науқастардың барлығына берілетін көмектердің барлығына шетелге кетпейтіндей жағдайды жасау үшін біз осындай бір жүйелі шараларды қабылдауымыз керек деп мен сөйтіп есептеймін. Бұл мәселені біз қазір пысықтап жатырмыз. Сондықтан осы бір жарты жылдың ішінде осында республикалық бізде орталық ашылады деп жоспарлап отырмыз. Мысалға, мына орфандық пенен гендік мутацияға ұшыраған науқастарға. Сонымен қатар біз бүгінгі күні республика бойынша на төсек қорының
төсек қорының саны менен құрылымына тиісті сараптама жасадық. Енді көбінесе осы балаларға арналған төсек қорының республикадағы облыс деңгейіндегі көмектің көбінесе көрсетпей Астана мен Алматыға немесе шетелге кетіп бара жатқанын біз осыдан көріп отырмыз. Сондықтан біз бұл анализді жасап болдық. Қазір енді әр облыста бірінші кезекте, екінші кезекте қандай балаларға арналған көмектің түрлерін анықтап, соған байланысты, жаңа мен басында айтып кеттім, республикадан жергілікті жерден бөлінетін құрал-жабдықтарды алу арқылы, мамандарды оқыту арқылы осы жұмыстарды осындай жүйелі түрде ұйымдастыру керек. Сондықтан бұл мәселені білеміз, оны жеке-жеке әрқайсымен де қазір жұмыс жасап жатырмыз. Денсаулық сақтау министрлігіне келіп жатқан арыз шағымдардың есебінен, бірақ негізі алдағы уақытта бұны жүйелі түрде шешетін боламыз. Рахмет, Аян. Айнур Коскина, пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос господину Касымбеку. Наверное, это такой несменный вопрос уже какому акиму подряд, и вам в частности, что касательно ЛРТ, на каком этапе, сколько денег, когда планируете, и остановитесь, пожалуйста, на купонном вознаграждении, вот размещение акций, размещенных, которые на МФЦ. Сколько в этот раз мы опять заплатили? ЛРТ строится. В прошлом году вы спрашивали вопрос, когда начнется строительство, возобновится. Вы сейчас видите, что активно стройка идет. Строительство идет за счет республиканского бюджета. Общий займ вы знаете, купонный, да? Брали займ под 3,75. Это сегодня очень хороший процент. Размер купона будет примерно в районе от миллиарда до 1,3 – 1,4 миллиарда тенге. Он ежегодный, тоже не меняется. Вы это прекрасно знаете тоже. Теперь в этом году мы планируем, что полностью эстакадная часть будет завершена, то есть бетонные работы, эстакада вся будет поднята. Следующий год уйдет на завершение работ по верхнему строению, то есть рельсы, плюс в этом году часть станции тоже будет фактически завершена. Планируем, что в этот период, вот этот год эстакадные работы, следующий год верхнее строение, плюс сегодня уже работа идет по заказу поездов и оборудования. Скажите, пожалуйста, вот напомните для читателей общую стоимость проекта, сколько вы уже потратили и сколько собираетесь потратить в этом году и сколько потом это останется? Уже десятки раз говорилось, но раз вы просите, еще раз вам повторюсь. Изначально сначала до остановки порядка вообще стоимость договора была почти 800 миллиардов тенге. Из них освоение составило около 300. В этом году мы продолжаем эти работы. В два этапа предполагалось завершать. Первый этап еще потребует примерно половину от оставшейся суммы. Это порядка 250. 250. И 250 у вас еще останется на завершение. Но если мы будем продолжать второй этап. Если второй этап будете продолжать. Да. А во сколько обойдутся вот вагоны? Ну, это все внутри. Там, если хотите, отдельно я вам официально справку дам. Хорошо, спасибо. Тогда второй вопрос у меня акиму Акмолинской области. Жители пригородных сел с Астаной жалуются на то, что когда они вызывают скорую помощь, приезжает скорая помощь и близко, например, отвезти в Астану, но в два раза длиннее везти в другой населенный пункт, как Молинской области. И скорая помощь принимает решение, что нужно везти там, например, не в Астану, а, например, в Ахколь. Насколько это вот получается, теряется время, и насколько это в первую очередь, наверное, жизнь человека, а не там какие-то территориальные разделения? Спасибо за вопрос. Мы как раз с акимом города этот вопрос, он в рамках нашего меморандума по оказанию неотложной скорой экстренной помощи, наши два управления, облздрав, наша и горздрав, есть совместное решение, в случае вот экстренной, то госпитализация независимо от места прописки, тем более, вы знаете, очень многие у нас и не прописаны, называют место жительства, и им рекомендуют, по крайней мере, в тот населенный пункт или
куда надо повезти больного. Сейчас эти вопросы у нас на повестке дня стоят. Вот, в первую очередь это по оснащению скорой медицинской помощи. Мы специально заказали им 50 машин, которые вот в марте уже будут изготовлены по нашему заказу, и будут, мы, значит, дооснастим этот район агломерации. Кроме того, вот будет строительство именно скорой помощи, больницы и другой неотложной. Мы как контррегулятор для Астаны оборудуем в городе Кошши больницу, в том числе и детскую. И это за счет частных инвестиций строительство тоже вот сейчас начнется. Мы понимаем, что у нас есть еще здесь областная больница, расположена, дислоцирована в городе Астане, наша областная больница. Там мы тоже расширяем перечень услуг. Вот там есть по некоторым видам, они не могут оказать квалифицированную помощь. И сейчас у нас на рассмотрение, расширение, чтобы если наши жители близлежащих семи, там не только агломераций, семи районов, чтобы могли в случае экстренной необходимости их доставить в город Астану. И на встрече есть наша областная больница, которая будет круглосуточно также принимать пациентов нашего района. Марат Муратович, сейчас ситуация обстоит таким образом. Если, например, житель того же, я не знаю, любого поселка, который прилежащий к Астане, для того, чтобы не быть госпитализированным в какую-то районную больницу, если ему плохо, он на машине доезжает до какого-то там, близкого ЖК, да, который находится в Астане, и там вызывает скорую. Сейчас им это не нужно делать? Вот как я вам объяснил, мы, по крайней мере, вот эту задачу, она, конечно, не одного дня, вы знаете, мы сразу же в течение дня не можем это построить. По крайней мере, будет сниматься этот вопрос. Я посетил областную больницу. Сейчас у нас есть уже перспектива о расширении ее, чтобы наши жители, он обслуживает как раз 7 районов местных. А кроме этого, ну, вы же только по Астане, в принципе, у нас сейчас мы Степногорский и Атбасарский межрайоны. И третий у нас будет именно дислоцирован в городе Астане. Потому что мы понимаем, что... А сроки? Сроки. Нет, больница работает. Сейчас мы просто будем открывать дополнительное отделение, которое будет квалифицировано. Врачи все работают. Больница областная, больница Ахмолинская, дислокация в городе Астане. Рахмет Айнур. Спасибо. И у меня вопрос к министру здравоохранения. Вот это вот нашумевший так называемый список девственниц, да, Казахский национального университета. Скажите, насколько в медицинских документах важно, чтобы при каком-то обследовании девушкам ставили статус вирго? Это же не диагноз. Насколько это вообще правомочно и не ущемляет ли это права гендерного равенства? В целом основная цель при постановке и проведении профилактического осмотра понимание для женщин фертильного возраста, не планирует ли она беременность и в целом есть ли у нее проблемы по гинекологическому спектру. Поэтому в целом в ходе профилактического осмотра этот вопрос задается. И другой вопрос, необходимости прописывать статус не было необходимости. То есть в принципе я думаю, что это была излишняя регламентация, которая на уровне частной медицинской организации была принята. А скажите, Министерство здравоохранения не прописано никаких таких правил, что нужно или не нужно этот статус ставить? Нет, такой статус не ставится, такой необходимости сегодня нету, это нигде не прописано. Единственное, женщин фертильного возраста от 15-49 лет мы должны обязательно понимать, если у нее... В целом гинекологические заболевания, живет ли она половой жизнью для того, чтобы понимать, планирует ли она беременность, потому что все-таки вопросы планирования семьи, они также важны, потому что если женщина планирует или девушка, мы должны заниматься предгравидарной так называемой подготовкой, то есть подготовить ее к беременности и так далее. Поэтому этот вопрос с этой целью задается. Рахмет. Спасибо. Рахмет. Айнур, әріптестер, біз осымен брифинг таяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.